Любой городской праздник готовят сотни людей. День Победы, пожалуй, самый ответственный. На него приходят семьи, представители 3-4 поколений. В этот день мы улыбаемся и грустим. Мы плачем и поем военные песни. Мы вспоминаем фронтовой путь наших дедов и прадедов. Мы гордо идем вместе с ними в строю бессмертного полка. В нынешнем году шествие пройдет в 10-й раз. Маршрут движения полка, как уже было сказано, остается неизменным. Это проспект Ленина. Основная часть бессмертного полка формируется у спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина. Готовность площадки 11.00, с этого времени начнется радиоконцерт и запись «Бессмертный полк». В 11.45, в 11.50 у нас небольшое театрализованное действие, после которого Сергей Васильевич дает старт «Бессмертному полку». Традиционно его возглавляет у нас муниципальный духовой оркестр и знаменная группа республиканского военкомата, который носил копия знамени Победы и знамя «Бессмертного полка» в городе Абакане. По пути следования у нас две точки присоединения, два пункта сбора. Это детская музыкальная школа и для той категории горожан и гостей столицы, кому тяжело пройти весь путь, это проспект улиц Вяткина и Ленина. После прохождения колонны бессмертного полка городской праздник продолжится в Парке Победы на 5 тематических площадках. Будет много интересного, от сюжетно-ролевых игр до интерактивных реконструкций. Парк Победы традиционно будет разбит на несколько площадок. Например, первая площадка по улице Ирыгина в границах проспекта Ленина и улицы Советской. Это будет интерактивная реконструкция «Май, весна, счастливые лица». Здесь мы представим концертные программы наших самодеятельных хоровых коллективов, коллективов бардовской песни, эстрадной студии «Висит» Абаканского дворца молодежи. То есть будут разбиты небольшие агитплощадки, как в годы Великой Отечественной войны, на которых мы будем исполнять песни времен Великой Отечественной войны. Те ветераны войны и труженики тыла, которые не смогут прийти на праздник, не должны остаться без внимания. В первые майские дни в Абакане пройдет более 15 концертов во дворах домов, в жилых районах. Так тепло и душевно планируется поздравить 500 ветеранов. Здесь у нас список составляют не только ветераны боевых действий, но и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники и вдовы ветеранов. Алексей Викторович уже сказал, что мы начали эти концерты. 25 марта мы провели концерт нашему столетнему ветерану Николаю Спиридоновичу Спирину во дворе его дома. И с сегодняшнего дня мы начинаем концерты уже каждый день проводить. Концерты мы организовываем совместно, конечно же, со старостами жилых районов, со студенческим советом города Абакана и с волонтерами Победы. Вахта памяти, которая откроется 6 мая в Абакане, в этом году тоже юбилейная. Она откроется в 45-й раз. Все мероприятия, которые проходят в образовательных учреждениях в преддверии Дня Победы, как подчеркнула начальник городского управления образования, играют важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения. В эти дни в школьных музеях открываются экспозиции «Священная память войны». Абаканцы, в том числе школьники, приняли участие в патриотических проектах городского телевидения, которые уже с 25 апреля можно увидеть в эфире канала «Абакан-24». Совместный будет проект, это самое важное, наверное, это прямая трансляция весь день. То есть мы начнем с как раз парада на Первомайской площади и потом, соответственно, закончим свечой памяти. Это то, что касается прямой трансляции 9 мая. До этого мы уже подготовили, сняли ролики поздравительные и, соответственно, там «Я помню, я горжусь» и «Помнят, хотят ли русские войны», то есть он выйдет уже с 3 мая. Этот ролик, все те, которые уже подготовлены, с сегодняшнего дня выходят в эфир. И вот мы, соответственно, помимо трансляции, прямой трансляции прохождения бессмертного полка, открытия всех, соответственно, площадок, мы будем еще вести непосредственно возле Парка Победы локация будет у нас, будем вести там тоже, оттуда тоже прямую трансляцию, будем приглашать и случайных прохожих, и, соответственно, известных людей. К празднованию Дня Победы готовится коммунальная служба города. На проспекте Ленина проведена обрезка деревьев, покраска и все необходимое для того, чтобы он выглядел нарядно и торжественно. Полицейские Абакана готовы обеспечивать безопасность и правопорядок. Тысячи людей придут на праздник. Он завершится в 22 часа трансляции общественной акции «Свеча памяти». Праздник в нашей стране 9 мая, это, наверное,
честно скажем, это главный праздник в нашей стране. Особенно сейчас, в таких вот крайне непростых условиях, наша задача с вами провести этот праздник достойно, провести праздник с большим количеством горожан, а вот именно массовое мероприятие с таким вот большим количеством людей не проводили как раз, наверное, года два. Это будет, наверное, первое. И люди-то поистосковались по таким праздникам. Поэтому наша с вами задача сделать этот праздник для всего города, для всей республики и сделать его достойным. На начавшейся неделе 27 апреля пройдет автопробег, посвященный празднованию 77-й годовщины со Дня Победы. А уже завтра глава Абакана Алексей Лемин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны.